Завтрашнего дня банкноты номиналом у 50 рублей перестанут принимать во всех гандлевых предприятиях страны. У тем лику и нельга будет расплатиться за проезд у громадским транспорте. Обменять пока лишь самую маленькую банкноту можно будет у любым банку, а с 1 студеня только у Нацбанку. С липня наступного года 50-рублевки кончатково зникнуть за обороту.